Ну что ж, четвертая партия, точнее, четвертый отрывок партии, 2005 год, реп. Ребятки, которые хотят стать псиониками. Вспомню, на чем мы тут остановились. Значит, у нас три контакта со всякими там чужими. Непонятно, кто это. Так, занятость кораблей. Первый строитель строит форпост, космическую базу. Там, где я решил, что один сплавы, 5 минералов, 3 энергии, хорошо бы подобывать. Второй строитель бездействует. Так, это у нас кто? А, это у нас колонизаторский корабль достроился, который колонизирует планету на 24 размер, континентальный мир. В очереди верфи у нас научный корабль стоит, в который я хочу нанять ученого, по-моему, 5-го. И дальше будем нажимать, наверное, колонизировать вот эту планету сразу. Так, колония 2 это будет. Там я вроде колония 1 нажимал, не помню. Ну. Так, научные корабли. Первый изучает новую систему. Это у нас бессмертный. Это, кстати говоря, ведущая ученая. Она, если что, находится у нас где? В правительстве. Вот она. Ведущий вынос. Может, ей подписать, что она бессмертная еще? О, второй кораблик у нас. Так, это третий. Третий у нас археолог раскопки ведет. А второй кораблик у нас через тоннель Покрова изучает систему. Так, скорость возвращаем медленную. Вот тут, кстати, ребята какие-то появились. Марейт. Это, наверное, какие-то эти мародеры. Замечена комета. В системе звезды Светоч недавно наблюдали маленький небесный объект с выраженными хвостами, состоящими из газов и твердых частиц. Его прохождение обошлось без происшествий. Единство. Так, стоп. Надо вспомнить, что мы брали в традициях. Во. Значит, пока был на работе, посмотрел пару гайдов, так сказать. Ну, не гайдов, а мужик на ютубе, Monty Place называется. Он по-английски все рассказывает, но так как знание языка у меня более-менее есть и более-менее его понятно, плюс по картинкам как бы ориентируешься, да, по надписям вот этим плюс 20, плюс 1, там и более-менее как-то перевод складывается в голове. Он сказал, что вот эта одаренность, что полная чушь, что херня вообще. То есть там террорист был. Там F самая беспонтовая. Вот у него вот эта одаренность там. Вот. Так что я поугарал. Ну, думаю, ладно. Одну беспонтовую можно взять. Вот это открытие, кстати, предбисовый тир там лучший S, а это тир А. То есть следующий тир S. Ну, открытие считается крутое, но в то же время другие говорят, что открытие херня, там 10% фигня. Не знаю, мне показалось как-то очень важно это на данный момент.
технологический подъем тоже вроде как был неплохой. Тоже вот рассматривал он вот эти бонусы за стремление. Ну еще раз вспомним, ради чего я брал. Значит, одаренность у нас открывает программа подготовка лидеров и настройка дополнительных черт лидера плюс один. Не знаю, как это выглядит вообще. Пока что надо программу эту нажать. Потом, что мы прокачали. Стоимость лидера, ну, я думаю, нормально, так как у нас ученых дофига. Других пока не так много. Но стоимость это как бы снижает затраты единства. А единство надо как-то производить. Сейчас у нас не с чего особо производить. С воздуха не возьмешь. Размер пула лидеров плюс один. Благодаря безжалостным программам тренировок у наших лидеров будут все необходимые навыки для максимального развития. Не знаю, что значит пул лидеров, но, насколько я понимаю, это тот набор лидеров, который меняется каждые 5 лет. То есть появились какие-то лидеры, и они меняются. И вот, допустим, если пул лидеров изначально там по 3, по 2, то если пул лидеров увеличивается плюс 1, то их будет по 4, там, то есть каждого вида. Дальше у нас еще содержание лидера неплохо. Максимум отрицательных черт лидера минус 1, то есть меньше будет вероятность, что какую-то плохую черту заработает. И начальные признаки лидера. Не, ну это круто. Лидер — это важная штука. С тем, как их ввели, очень важные стали. Они много на что влияют. Значит, ладно. Ну а бонус за стремление, я уж думаю, по-моему, там у нас псионика дорабатывается. А, нет, она доработалась. То есть надо завершать вот эту традицию и открывать псионику. Ну и заодно пробегусь еще. Вот если мы псионику берем третью стопудово, то нужно понимать, что у нас осталось всего 4 слота для деревьев вот этих традиций. И надо их выбрать. И постараюсь вспомнить, заглядывать никуда не буду, постараюсь вспомнить, какие же там он называл самые лучшие. Но опять же, тут большая часть игры пройдет на такой скорости, на которой я играю. Так что давайте смотрим. Так, раскопки, тыкнем. О, шанс прорыва 70%. Сейчас будет прорыв, наверное. Значит, вспомним, что здесь у нас разбившийся звездолет какой-то. Объект имеет своего рода небольшой каньон. Да, про каньон я читал. Второй раз читать не буду. Ну вот тут. Я думаю, сейчас что-нибудь появится. О! Поставим паузу, прочитаем спокойно, чтобы ничего там не, это, не появилось еще. Значит, отчет капитана. Там, где предположительно был мостик звездолета, удалось найти что-то вроде записи из бортового журнала. Отчет капитана, начало записи. Выполнена вынужденная посадка на планету 5523X. Причиной стала некомпетентность экипажа Шадба. Вуксал и Дибрак. Третьи не выжили. Это, видимо, имена их. Пирвакс, потерявший 2 вторичных придатка и 11 глаз, остается в критическом состоянии. Выживание сомнительно. Остальные в порядке. Ожидаю спасения, но окружен идиотами. Очень угнетает. Ну, малых артефактов 10 штук нашли, и раскопки, видать, продолжится дальше. Вот, идут раскопки дальше. Шанс прорыва 0, ну и там дальше. Пускай копает. Так, что колониальный корабль у нас? Так, нашли аномалию. Нет, хорошо, будет изучать. Колониальный корабль у нас летит на планету. И тут должен достроиться еще у нас кораблик. Вот он достроился. Следующий колониальный пошел строиться. Посмотрим на паузу.
и посмотрим на то, какой у нас пул лидеров. Повыбираем ученого. Значит, вот у нас пул 4. Запомним. Вот. Я думаю, не раз еще сюда загляну. Может, пару раз точно. Вот у нас 3 наших. Они работают, все. Что это за корабль экстра? А, это имя. Корабль экстра. Археолог. Археолог так просто звучит. Харизму не стал упоминать, потому что это бонус не для корабля. Значит, смотрим. Ну, тут много прям черт интересных каких-то. Надо обратить внимание. Ну, давайте снизу посмотрим. Экстрасенс — это круто. Это здраво. Скорость изучения, ну, прям отлично. Тяга к скитаниям — здравая тема. И плюс признак у них есть. Выбор. Здесь у нас скорость раскопок. Интересно. Принцип ксенофилии, принцип пацифизм. Так, здесь у нас прирост опыта 10% адаптивности. Так, признак и здесь. Давай посмотрим самого вот этого интересного. Все одинаково стоят. Чтобы нанять 132, содержание 4. Экстрасенс. Помимо этого у него есть... Ну, это для губернатора увлечение архитектурой. Продолжительность... Во, вот это интересно. И дольше живет. То есть у него питомец есть какой-то. Объятия с прелестным пушистым другом помогают пережить космический ужас за окном. И отрицательная есть черта. Преступность плюс 10, но это для губернатора. То есть он губернатором у нас не будет, то есть можно его брать. Вот это интересный перк. Это тоже, кстати, для губернатора, но он экстрасенс. То есть прирост, там, раскопки, плюс ему выбрать можно. Я думаю, вот этого типа брать. И нехай работает. Вот, нанимаем. Дополнительную, значит, мы включаем. Что мы можем? Надо что-то для корабля, вот. Перфекционизм. Политик — это... для советника, это для губернатора, это для советника тоже. Значит, перфекционизм надо брать. Вероятность обнаружения аномалии. И на исследование его отправить. Берем. Значит, это у нас что? Так, чтобы понимать, у нас в правительстве ученых вот раз... и два. Этот сидит, просто управляет. Он в корабль вроде как не садится. 50 лет, скоро помрет. Этот у нас в корабле. Ведущий ученый — это вот два. Потом что получается? Ребуч. Один — это тот, который ведущий. Ребуч 2 и 3 — это третий и четвертый ученый. А ребуч 4, вот этот корабль будет у нас, это будет пятый ученый. Так. Ну, как-нибудь переименовать его. Экстра перфекцион питомец. О, вот так. Эту фигню мы упоминать не будем, так как она не влияет на корабль никак. Ну а по приказам отправим его вручную исследовать какую-нибудь систему. Ну, например, пускай вот эту изучает. Все, занятость есть. Так, тут что у нас? Послы 3 из 3 получили назначение. Так, космические базы 3. Максимум 3, у нас одна только есть.
Так, ну и традиции. Там что-то 700 должно накопиться, что ли? Так, посмотрим на нашу планету. У нас тут достраиваются гражданские предприятия. Шахтер. О. Так, значит. Сирута-1 обнаружен редкий ресурс. Во время изучения планеты Сирута-1 корабль Репуч-2 обнаружил ранее неизвестный редкий ресурс, который был назван Эзеро. Зро. Это очень редкая взвесь необычных частиц, которая, видимо, появилась здесь после падения метеоритов, но настоящее место ее происхождения неизвестно. На существ с псионическими способностями эта взвесь действует как очень мощный наркотик с вероятностью вызвать привыкание, усиливающий пси-таланты. У нас пока нет технологии разработки этого ресурса, но нам стоит подумать о постройке базы в этой системе. В будущем мы сможем вести здесь добычу. Отлично. Так, система изучена. Это, наверное, вот это. А если она изучена, вот это зро, кстати, 5 штук здесь. Ну, изучена. Ну, значит, что я могу тебе сказать? Экстрасенс наш. С интуицией. Скорость изучения аномалии. Почему, не знаю, почему он корабль называется. Давай экстра. Экстра интуиция назовем. И отправим изучать какую сторону его. Кстати, базу бы здесь построить. Да, здраво он говорит. Пускай вот эту черную дыру изучит. Думаю, интересно будет, что там находится. Заступники, это у нас угасшие какие-то. Да, точно, угасшие. Оскорблять их не надо. Так, черта у кого-то появилась. Это у нас кто? Это у нас оракул. Это который преемник. Наследник, точнее. А где он у нас заседает? А, наземной армией командует. Так, что ему надо? Государство, на советника. А он у нас советник или нет? Так, ну ладно, что нам нужно? Политик. Урон платформы. Вместимость флотилии. Ну возьмем тогда, что вместимость. Пускай. Если когда-нибудь будет советником. Семь приказов. А я вот, если не ошибаюсь, не знаю, надо пересмотреть в своем же видео, может и не надо, но насколько я помню, выносливость была у него, срок жизни продлевался у него, там плюс 10 лет что ли было, или мне кажется. А как стал бессмертным, этот бонус поменялся или нет? Этот лидер вынослив и находится в превосходной физической форме, что повышает вероятную продолжительность жизни. Вот. А написано содержание лидера минус 10%. А он бессмертный. Наверное, из-за этого поменялся бонус. Так, что-то появилось. Это вот здесь у нас. Черная дыра. Мы обнаружили близ системы пасть дьявола то, что, возможно, является древними подпространственными вратами. Похоже, они были частью галактической системы подобных станций, которая в исправном состоянии позволяла почти мгновенно перемещаться из одной области галактики в другую. В какой-то момент после первоначального возведения врат их связь с остальной частью системы была нарушена. Теперь через них можно попасть только в неисследованное звездное скопление.
за пределами нашей галактики, которое наши астрономы назвали L-скоплением. Еще более интригует то, что врата были целиком возведены микроскопическими нанитами неизвестной модели. Хотя врата излучают слабый энергетический сигнал, питание намеренно закольцовано в рамках цикла обслуживания, который предотвращает активацию врат. До тех пор, пока мы не отыщем какой-то способ прервать этот цикл, L-скопление останется для нас недосягаемым. L-врата. Вот они. Вот там эти наниты живут. Так, круто. Какое-то исследование появилось. Так, кораблик отправим. Мне кажется, в сторону вот этих ребят надо отправить. По краю галактики. Так. Посмотрим, что нам сейчас нужно. Какие у нас шахтерские субсидии, строительство корвета. Я думаю, станции производства. Возьмем шахтерские субсидии, наверное, до фабрики эти. Хотя сейчас особо они ничего не дадут. Ладно, возьмем. Так, в раскопах что-то новое появилось. Древние записи. Частично переведенные записи обнаружены во время раскопок руин на планете Адранел 5. Археолог сообщил, что записи содержат несколько технических спецификаций, которые могут представлять ценность для наших ученых. Отлично. Ресурс инженерные исследования. Дальше копаем. Так, тут вот блага 0, что очень печально. Ну-ка, какие у нас есть решения? Прирост населения. Так, товары массового спроса. Вот. Распределить предметы роскоши на 10 лет. Вот это нам надо. Товары массового спроса есть. Надо 400. Поэтому возьмем. И блага сразу увеличится. Во. Этого хватит, пока население подрастет. И можно будет построить какое-то здание, которое блага будет давать. Или район какой-нибудь. Так, что-то у нас с контактом. Упорядоченный сигнал. Мы уловили сигнал неизвестной природы. В нем улавливается некая закономерность, которая может свидетельствовать о его рукотворности. Нужно расследовать дальше. Сигналы исходят от одной космической станции, однако пока не ясно, является ли она частью крупной космической цивилизации. Так что население у нас тут должно быть 34, чтобы вот эти все занятые были. А кто у нас не занят? Два клерка, которые как раз блага, по-моему, производят. Или товар массового спроса, вот здесь они делают. И один шахтер. О, исследование. Физика. Базовые боевые алгоритмы. Так, боевые задачи между компьютерами распределяет. Термоядерный реактор, отражатели и энергокредиты увеличиваются. Не знаю, что взять. Ну, пускай. Да возьмем кредиты, что алгоритмы еще успеем, наверное. Пока что, тем более боевые. Пускай кредиты увеличатся. Так, что у нас колонист летит? Вот он. Телепортируется. Так, это, кстати, строитель отдыхает у нас, а надо строить здесь. Вон 4 станции.
редкие кристаллы. Так, что у нас теперь с лидерами? Ученые 5 из 5. Реальный потенциал. Аномалия какая-то. О, хорошо. Звездный бастион, технология нужна. О! Ребята основывают первую колонию, видали? Прикольно написали множественное число. Наш колониальный корабль совершил мягкую посадку в устье крупной реки на одном из континентов планеты Колония 1. Эта местность покрыта лесами и отличается умеренным климатом, она идеально подойдет для первого поселения. Корабль был превращен в административный центр колонии, с него будет снят реактор, и этого хватит, чтобы на первое время обеспечить поселенцев электричеством. Сотни палаток и сборных домиков выросли в одночасье вокруг корабля, когда его наконец начали покидать колонисты. Это первый город, который ребята строят в новом мире. Великий день для реп. Ну, колонизация идет. Пускай колонизируют. Так, звездный рубец, обнаружен редкий ресурс. Во время исследования звезды Теребеллум, корабль Репуч-2, это который у нас на той стороне галактики, обнаружил неизвестный ранее редкий ресурс, который был назван звездные нити. Их уникальные способности искривлять пространство и время можно найти самые разные интересные применения. У нас пока нет технологии разработки этого ресурса, но нам стоит подумать, ну, база то же самое, построить там базу. Это отлично. Надо здесь базу построить, кстати говоря. Но, наверное, торопиться с этим не стоит. Можно и подождать. Так, колониальный строится здесь. Ну, то же самое, что вот это все описание, то же самое, только про экзотические газы. И то же самое, что строить это космическую базу. Где обнаружили? Вот здесь. Так, ну думаю, что у нас влияния пока не хватает. Надо с умом выбирать, какую следующую строить космическую базу. Так, упорядоченный сигнал. Мы ловили сигнал неизвестной природы. Так, закономерность улавливается. Это, наверное, то же самое. Пускай продвигается. Так, еще что-то. А, это то же самое. Традиция. Ветка традиции. Ну что, содержание, наверное, уменьшил. Отрицательные черты, я думаю, так скоро нам не грозят.
содержание уменьшим, и у нас будет прирост больше за счет того, что уменьшится содержание лидеров. Вон, лидеры 27. Сейчас посмотрим. Оп. А нет, столько же не изменилось. Пока не видать, не знаю. Так, аномалия, отстань. Так, выбрать надо. Значит, вместимость флотилии сейчас нам не нужна. Гидропонный отсек тоже, наверное, не нужен. О, можно очистить квадрат непригодный, который называется густые джунгли. А есть у нас в принадлежащих нам колониях один, вот написано. Ну, я думаю, взять. Расчистим квадрат, что? Это будет интересно. Такое ощущение, не поменялось ничего про содержание вот это лидеров. Или я что-то не заметил, но вроде как больше стала цифра прироста. Значит, поменялось. Так, кто это у нас? А, это бессмертный наш. Так, и что же у нас будет? Скорость изучения аномалии, наверное, надо брать. Точно. Вот и отправим ее сейчас после этого аномалию изучать, эту и эту. А этого дальше изучать. Систему отправим. Интересно, если маскировку включить и попробовать посматривать системы, найдут корабль, нет? Не знаю, никогда не пробовал. Пока особо надобности, я думаю, в этом нет. Так, колониальный корабль у нас. Вот он летит на вторую планету. Хоть она и маленькая, но пригодность там хорошая. 13. Кстати говоря, надо обратить внимание на такую штуку, как размер государства. Значит, о, изучая аномалию, значит, от того, что у нас пацифизм минус 15%. От поселений, наверное, псионическая теория минус 10%. Или это общий размер? Районы 13. Систем 5, то есть считаются районы. Колонии 2. Так, поселения считаются. Значит, размер государства – это показатель площади государства с учетом контролируемых вами районов, систем, колоний и поселений. Большой размер государства увеличивает административную нагрузку и повышает стоимость технологий, традиций, указов и компаний. То есть дольше изучаться будут технологии, вон те традиции. Пока размер государства составляет 100 или ниже, другие затраты меняться не будут. Размер государства имеет минимальное значение 50.
Так, изучил систему. Пока что этот корабль отправим, так как у него вероятность обнаружения аномалии есть. Отправим изучать дальше. Ну вот в эту сторону давай. Новое что-то будем изучать. Так, скорость планетарного строительства. Надо или нет? Фрегат, корвет, металлокерамическая броня и спиротрон. Более мощный вариант ускорителя масс. Он использует электромагнитные катушки для быстрого разгона снарядов. Это какое-то оружие. Ну не знаю, строительство пока не особо. Давай возьмем спиротрон. Поизучаем какое-нибудь оружие, что поделать. Пускай поизучается, думаю. Так, черты и начальные признаки. Сначала признаки возьму. Вдруг какой-нибудь лидер будет наниматься. И потом черты, и уже будем бонусы за стремление смотреть. Так, тут, кстати, что? Изучение происходит. Ух ты! Ему прилично изучать. Так, что у нас на планете? 32. О, кстати говоря, мы можем все расчистить. Значит, пустошь две штуки нам дает, а сельхозрайоны две штуки, здесь горнодобывающие две штуки, вот эти вот. Так, а что энергия? У нас энергия есть. Нажимаем, пускай чистят. А это у нас... А, это поселение создает, это то, что нужно. Вот, пускай все это делается. Так, первый контакт с загадочными чужаками в системе Бейрута. Так, понятно, у нас пока послов нету, все заняты контактами другими. Скоро изучит аномалию. Что за аномалия там? Астероид на прицепе. Ха. Неизвестно, кем и с какой целью на орбиту планеты Йормундир-6 был притянут астероид. Но на его поверхности сохранились секции массивного основного двигателя и тормозные двигатели, давно бездействующие. Те, кто это сделал, также пытались добывать на астероиде полезные ископаемые. Однако эти работы были довольно быстро прекращены. Интересно. Так, а что дало нам? Я что-то... А, вот. Исследование. А, это не астероид? Вот астероид. Подожди, где астероид? Что-то не видать его. Ладно. Так. Физическое исследование. Так, что у нас тут есть? Производство станции, лазер, термоядерный реактор. Ну, станций научных у нас не так много. Пока возьмем... Пускай термоядерный реактор изучается. Для корабля. Так, аномалию изучил. Получается, вот это добавилось. И давай вот эту аномалию изучай.
кстати, у нас долго строит. Так, тут раскопки. Так, построил сплавы, плюс один добывается. Вот, в принципе, влияние есть. Не знаю, вот это, мне кажется, самая вкусная система на данный момент, чтобы построить форпост. Построим. Хотя тут тоже неплохо, 6 минералов. Но тут социологические исследования есть. Пускай будет это строить. Колонизация, кстати, идет второй планеты. Тут уже половина прошла. Сплавы. Тут много чего найдется, например. Токсичный мир. Так, раскопки читаем. Найдена и приведена еще одна запись из бортового журнала. Говорит первый помощник Итар. Капитан благополучно помещен в служебное помещение номер 3. Именно этот неуклюжий болван во всем виноват. Теперь командую я. Главный инженер Зарбла работает над подпространственным передатчиком. Боюсь, без него нас никогда не спасут, так как мы слишком удалились от корпоративных торговых путей. Пирвакс потерял еще один глаз. Вероятно, до завтра не доживет. Хм. Пускай копает, интересно. Может, откопает какого-нибудь чувака. Так, тут изучение скоро закончится и пойдет, наверное, вот сюда. По кругу изучать. Так, ну райончики добавятся, это прям радует. Почему вот этот серый? Мне кажется, надо городской район построить. Деятельность клерк плюс один и 5 жилья как раз пригодится. Наверное, и вот эту ячейку откроют. Столичное сооружение у нас пока не улучшишь. Наверное, в ближайшее время. Вот, кстати, про уровень роста что-то кто-то говорил, но я так и не понял, что это означает. Категория колонии выбирается автоматически. Если автоматизация сектора включена, категория планеты будет выбрана в соответствии со специализацией сектора. Столица.
Значит, что тут у нас означает этого? Вот, так, возносящиеся минус 10% стоимость. Это нужно единство заплатить. Так, рост уровня планеты снижает ее влияние на размер государства на минус 6%, увеличивает эффекты категории планеты на 31%, базовое значение минус 5%, размер государства 25%, категория планеты, возносящиеся плюс 25%. Короче, ничего не понятно. Пишет, что вам требуются бонусы за стремление в количестве 3, чтобы открыть уровень роста 2. Единство можно тратить на повышение уровня роста колонии, что увеличивает эффекты категории колонии и снижает ее влияние на размер государства. Уровень роста можно повышать несколько раз, исходя из количества открытых бонусов за стремление, а рост стоимости повышения зависит от общего числа уровней роста в вашем государстве. Открыв все бонусы за стремление, вы дополнительно увеличите максимальный уровень роста планеты на 4. Так какой будет максимальный уровень? 5, что ли? Если сейчас уровень 1. Ладно, пока непонятно. Кстати, стою на паузе. Тыкну еще район городской. Все-таки клерк будет блага производить. Третий уровень. Так, систему изучил. Давай сюда. Мега-система какая-то. Тут и аномалия, кстати, есть. Я думаю, он ее поизучает. Поможет строить. Кстати, на лидеров теперь меньшее число указывается. Наверное, не сразу отображается затрата. Строите памятники аборигенам. Что там на основной планете? Вот этот, по сути, когда расчистится, добавится поселение. Но уменьшится максимум районов, то есть один исчезнет, как понял.
Так, штурмовик. Добывающие станции. О, знание об эльвратах. Ну, наверное, нам это пока не надо. Станции возьмем, производство. Пускай будет увеличиваться потихоньку. О. Так, точечно мы укажем, значит, станцию здесь и станцию здесь. А вот этот у нас пусть строит вот здесь. Раскопки тяжело идут. Шанс прорыва 0. О, кто-то появился тут. Чужие какие-то. Наверное, аквоиды эти, нет? Не знаю. Чужие гемель. Посмотрим, кто это. Взрывы в небе. Наше внимание привлекло небесное тело Силиф-2. Сейчас там можно наблюдать чудо природы. В небе происходят огромные цветные взрывы, что является результатом реакции химического состава атмосферы на гамма-лучи Солнца. Студенты и ученые делятся этой новостью, которая распространяется как лесной пожар. Происходящее вызвало в наших гражданах немалый интерес к научной сфере. Скорость изучения плюс 20%. Скорость изучения аномалии плюс 20% на 10 лет. Идеально. Так, систему изучил. Какую? Вот эту, что ли? Да. Дальше. Давай-ка аномалию поизучай. О, посмотрим. Сейчас должно население добавиться. Вот, добавилось. Клерк еще один добавится. У нас район добавится, и еще надо будет 35. Кстати, сколько максимум? 68. Появилась. Ну, сразу смотрим, население 1. Древний геодезический знак. Небольшой коротковолновый передатчик был обнаружен на поверхности планеты Силиф-4.
Судя по всему, это древний геодезический знак, который много веков назад здесь пометили, которым крупное месторождение драгоценных металлов. Шахтеры, которым предназначался сигнал, очевидно, так и не прибыли. И залежи по-прежнему на месте. Великолепно. Минералы будут. Так, губернатора тут нету. Что у нас? Деятельность колониста. Колонист что делает? Потребляет пищу или минералы и блага и создают оборонительные армии. А, производят. Так, я думаю, можно губернатора назначить. У нас чиновники же есть свободные. Кстати, сколько там у нас лидеры? Один из четырех. А где он у нас сидит? Один в совете, по-моему. Вот один, вот он. Так, исследование нажмем пока. Торговую компанию мне не надо. Пункт указов пока не надо. Ядовитые водоросли у нас вроде бы есть. Но мне вот охота по скорость прироста поселения. Тыкнем. Так, что там? Губернатор у нас здесь. Вот он. Она же у нас и в совете заседает. Значит, второго нанимаем сюда. Надо выбрать из пула, что у нас есть. Можно сразу любых садить, и ученых, и командиров, и чиновников. Ну, почитаем, что у ученых для планеты есть. Тут для корабля, тут для государства. Тоже государство. Вот губернатор планеты Плага плюс 3. Ну, родная планета Реп у него. Это, кстати, фишка, нюанс, что эффекты для родной планеты есть. Так что командиры могут. Продолжительность жизни. Для флотилии, для армии. Вот для планеты пища. Это все для флотилии. Считаем чиновников тогда. Так, объем торговли не особо интересно. Так, что тут? Пища. А, подожди-ка. Объем торговли. Так, второй. Пища и единство. Наверное, его можно тыкнуть. С единством-то интересно. Так, торговля и... Это уже советником надо быть. Так, и здесь. Ну, вот этого надо ставить. Два бонуса для губернатора. Так что берем. Во. В будущем будет бонус. Так, скоро у нас традиция последняя изучится. Ну, там прилично еще надо. А этот что, нет приказов, нифига себе. Так, это изучил, ну давай вот эту аномалию изучай. А, подожди. Давай аномалию. Тут еще 5 приказов для изучения системы. Что за система у нас тут? Красный гигант. Так, его изучает этот чужие гемели. Так, физика. Усилитель реактора. Усилитель. Так, доступна разработка ресурса
летучие пылинки, но они нам не к спеху. Сейчас непонятно, зачем они нужны. О, гипердвигатель 2. Энергокредиты 3. Как это правильно назвать? Значит, транзитный узел — это сооружение космической базы. Что оно дает? Содержание 3 энергии. В этой системе действует автопереселение в другие колонии безработных рабов и неразумных роботов. Но меня больше интересует гипердвигатель. Мы узнали о существовании точек пространства, где корабль затратит меньше энергии на создание бреши в гиперкоридор. Это открытие позволит нам создать гипердвигатели нового поколения. Ну что, я думаю, изучаем. Так, ну и что первым делом строить надо? Ну, раз дефицит энергии идет, надо строить энергетические районы. Кстати, о расчистке квадратов. Джунгли у нас есть. Сельхозрайоны 3 штуки прибавятся. Ну, нажмем на расчистку, я думаю. Что терять время? Здесь еще пока колония не основана. На второй планете пригодный размер государства, как, кстати, уже прилично, уже 68. Надо будет смотреть ветку, где снижается размер государства в процентах. Где-то там такая есть точно. Так, строители закончили. Подожди. А как вы закончили, если вот здесь не построено? А вот. Давай строй. Интересно, вот этот корабль мою аномалию не изучит? Наверное, уже не успеет. Так, что у нас тут? 34. Городской район как раз достроится, и там будут виды деятельности. Значит, надо что-то еще строить. А что будем строить? Товары есть, пища есть. Но я думаю, энергетические, что там, 2 техника. Да, 1 сельхозрайон поставить. Вот так. Так, экзотические газы пока не надо. Так, стоимость строительства. В общем, возьму вот это. Погоди. Вот это возьму. Пускай. Скоро корветы, наверное, пригодится. Постройка их. Стоимость, скорость снижена. Скорость увеличена, точнее. Так, инопланетный звездолет. Это у нас где? Сильно поврежденный военный корабль, имеющий замысловатые инопланетные знаки различия, вращается вокруг планеты Теребеллум С. Корабль атаковали каким-то мощным сжигательным оружием, растопившим его корпус, в результате чего
все, кто был на борту, погибли. Нам на данный момент неизвестно оружие, которое могло бы создать настолько высокую температуру для достижения подобного эффекта. Возможно, бортовые журналы корабля прольют свет на его трагическую судьбу. Особый проект. Ну, конечно, изучать надо. Зачем улетать? Вон даже 12 минералов в системе. Надо туда базу строить. И минералы, и один сплав. Изучаем проект. Экстра интуиция. Пускай изучает, посмотрим, что это будет. Так, раскопки, что-то у нас изменилось. Ситуация с пищей. Пища на исходе. Съели наших мертвецов 5 циклов назад, но этого недостаточно, чтобы мы держались дальше. Проголосовали и решили съесть капитана. Инженер Залбра все еще усердно работает над подпространственным передатчиком. Заверяет время, что он почти завершен. Заверяет меня, что он почти завершен. Выглядит очень сложно. Последний вторичный придаток Пирвакса сморщился и стал пурпурным. Близится смерть. 50 артефактов нашли. И дальше копают. Так, тут что у нас изучается? Звезд. Приличная галактика. System survey complete. Так, систему изучили какую? Ага. Так, нет приказов, давай вот сюда изучать. Ну, кстати, мир какой-то есть. Кремниевые формы жизни. SO3 отличается безжизненной поверхностью и густой сетью подземных туннелей, где обитают кремниевые формы жизни. Насколько мы можем судить, эти существа питаются камнями и обладают зачатками разума, благодаря тому, что они постоянно роют новые ходы на поверхность. В большом количестве попадают ценные ископаемые. Вот это и была аномалия. Так, ну в таком случае, пока аномалий нету, колонии основались. Основала колония. Вторая колония, получается, у нас что? Ну, тоже тут то же самое все. Губернатора сейчас тыкнем. Или подождем пула лидеров нового. Так. Ребуч 1, давай сюда. Изучай систему. Ту сложную аномалию пока брать не буду. Пускай она подождет. Так, тут райончик у нас строится. Деятельность откроется. О. А это где у нас? Анализ записей бортовых журналов корабля показывает, что его экипаж погиб при попытке добыть уникальный инопланетный артефакт под названием рубрикатор. Какая-то стая вороватых крыс выкрала его у их сообщества. Забавное сочетание слов, если учесть, что они сами очень похожи на крыс.
записи преимущественно состоят из проклятий грабителям, крысам, с пожеланиями страдать до скончания вселенной, и даже после этого экипаж насчитал не менее 50 отдельных слов, относящихся к дефекации, а также широкий выбор мест, откуда звездному свету нельзя вырываться, однако их старания окупились. Мы опередили последнее известное, определили последнее известное местоположение рубрикатора в ранее не отмеченной на карте, на картах системе, и если верить его предыдущим хозяевам, то его возможности стоят того, чтобы заняться поисками. Мы должны заполучить рубрикатор. Смотрим журнал. Это круто. Какой-то рубрикатор. Так, аномалии, победа, журнал. Так, это у нас первый контакт. Это раскопки, предтечи, которые мы пока не ищем еще. Вот рубрикатор. Рубрикатор. Местонахождение. Давай перенесемся. Где оно находится? Вот здесь. О, это недалеко. А, нет, далеко. То есть, получается, ему надо изучить здесь систему и здесь. Или пойти осмотреть. Приказов нет. Давай осмотреть. И сюда осмотреть. Надеюсь, его там не убьет никто. И мы заполучим рубрикатор. Надеюсь. Так, традиция, наконец-то. Сейчас разберемся с традициями. Кстати, новую пока не могу тыкнуть, но раз уж не с традициями, так с бонусами за стремление разберемся. Вот мы взяли, значит, темп исследования. Это круто. Дальше смотрим. Так, нам что-то про псионику про нашу надо. А, нет. А, псионика у нас дерево традиций. Так, здесь колосс. Рожденный в пустоте, чудеса. Вот чудеса я хочу точно. Защитник, проекция сил, меняющий миры. Проект Колосс точно хочется. Так, значит. Вот это, говорят, фигня. Два посла. Обучение два ученых не особо круто. То есть нам этих наших должно хватать. Исполнительное рвение. Вроде как фонд указов 100. Ну, круто, но не очень. Прерогатива. Во. Размер государства от планет. Стоит брать или нет? Я не помню, в каком тире рассказывали, что вот этот находится. Ладно, пока. Вот про единство вроде как говорят, что топовая штука. Стоимость расчистки, ну не знаю. Максимум районов плюс 2. Пускай пока не будет. Сакральные миры тоже вроде сказали, что не очень. Но мне прям нравится, красиво звучит. Святой мир создать какой-то. Пока тоже не будем трогать. Единство хочется взять, потому что нужно, чтобы его добывали побольше. Про базы. Базы сейчас не нужны. Так, это тоже. Технологии тоже нам не нужны. И владыки войны. Вместимость анклава наемников тоже нам не надо. Значит, единство надо брать. Единство ежемесячно плюс 10%. Использование благ минус 10%. Ну, короче, единство надо брать.
Так, может быть, тут форпост построить? Пускай строит, потом здесь построим. Пускай тоже сюда летит. Надеюсь, там никто не нападет. Во. Уклонение от вражеской флотилии. Давай с другой стороны попробуем. Так, послы у нас заняты установлением первого контакта. С этой стороны, надеюсь, никого нет. Так, это у нас правитель, самый главный наш. Что у него, правитель империи, понимание логистики, гениальность. Что, логистику будем брать? Или содержание указов брать. Возьмем вторую часть, что. Что у нас тут на планете? По сути, если еще 5 районов построить, то откроются все вот эти 5. Ладно, посмотрим. Указ превосходства флота. Пускай, наверное, пока это все подождет, пускай фермеры побольше еды делают. Так, это у нас что? Изучает, пускай дальше. 12 минералов, неплохо. Там другие какие-то эти злодеи сидят. 4000 мощь. Надо строить флотилию какую-то. Ну что я могу сказать? Строят тут форпост, надо строить корабли. 4000, чтобы тебя одолеть.
А чтобы строить корабли, нам нужен сплав. Сколько стоит корвет у нас? 100 сплава. Ну, 10 корветов построим. Это будет мало. Надо ждать, копить, значит. Так, тут у нас еще губернатора мы хотели. Посмотрим, поменялся пул лидеров. Вот 53 дня. Надо ждать, я думаю, что поменялись, потому что здесь они не очень. Их уже смотрели. Да, вот объем торговли, вот это беспонтовые. Пускай меняются. И будем смотреть. О, лимит дуговых печей. Питается энергией расплавленной планеты. Она позволяет получать доселе недоступные минералы и повышает эффективность горной добычи по всей системе. Взять, наверное, нет? Звучит интересно. Это все, я думаю, подождать может. Изучаем. Так. А, вот, пул лидеров обновился. Пауза. Почитаем, что за лидеры у нас. Нам нужен чиновник на планету. Но почитаем, что ученые дают. Экстрасенс. Для советника. Фонд указов. Темп исследований. Гениальность. Неплохо. Стоимость расчистки квадратов. Минералы для советника. Для корабля. Так, экстрасенс, это мы знаем. Кстати, экстрасенс единство для планеты дает. Надо обратить на это внимание. Так, ну командир нам не надо. Так, что у нас тут? Три чиновника и еще здесь чиновник. Так, здесь скорость планетарного строительства меньше. Ну что еще он дает? Расчистку квадратов. Прирост опыта. Советник счастья дает. Вот эти три посмотрим. Так, обычный для планеты объем торговли дает. И расчистка. Так, тут тоже расчистку дает. Для планеты единство. И это то же самое. Но у этого есть дополнительная черта. Наверное, из-за возраста. Он объем торговли дает для планеты. Не знаю, взять его, нет. Черта все-таки есть у него. Он стоит подороже. Ладно, возьмем. Черту поставим какую-то новую. Объем торговли. Ну давай, объем торговли берем. Пускай будет.
Так, что у нас тут? Все никак не прибавится поселение. Так, по расчистке у нас тут ничего нету. Так, этот товарищ, кстати, отдыхает. Почем зря. Давай-ка вот здесь изучай. Так, а влияния у нас на форпост сюда нету пока. Пускай тусуются тут пока. Будем сюда строить. Так, ну что, думаю, на этом этапе приостановить, сохранить. И потом продолжу на следующий день. Интересно, что из этого выйдет.